конечно. Ну да, да. Итак, мы опять в начале. А что у нас здесь будет? Труба проходить, да? Нет. А что? Ливневка будет. Какая веревка? Ливневка. А, ливневка. Ливневка, да, это для ливневки. Это вот от того желоба, да, сюда будет идти? Нет, вот здесь вот так вот. А от того желоба не будет сюда разве проходить? Нет. Понятно. Ясно. Ладно, пойдем дальше смотреть. Вот. А. Отлично все. Здесь тоже скоро закончат. Вот ливневочку заканчивают. Работа кипит. Ох, сегодня ветер какой северный. Вот уже емкости закрывают, крышки будут, красиво все будет здесь. Приветствую вас. Прячемся там, да? Гидроизоляцию делаем. Бог в помощь. Крышки есть. Гидроизоляция емкости будет тоже. Насколько я понимаю, с этого колодца в этот колодец и туда. Этот кран будет подавать нам воду в озеро. Ну а теперь посмотрим, где у нас заканчивается. Так, бетончик уже есть немножко. Еще осталось совсем немного залить вот здесь. Опа. И сделать выход туда. И будет вот так это все выглядеть. Уже ограждение устанавливается. Ребята решеточки приваривают. Здесь тоже уже готово. Почти готово, будем говорить. Цветочки. Вот опять закрылся уже. Здесь еще будет заасфальтировано. И вот тут, где бордюр идет, надо будет землю сравнять, чтобы человек, ехавший на велосипеде, не упал с такого высокого бордюра на грунт. Вот тут вот. Надеюсь, это будет сделано.
Ну, мы идем по дорожке, которая будет заасфальтирована.